В области началась уборочная кампания. В этом году уборку урожая в регионе планируют провести на площади 5,4 миллиона гектара. Завершены все подготовительные работы к страде этого года. В текущем году уборку только зерновых и зернобобовых культур проведут на площади 4,7 миллиона гектара. Проделана работа по диверсификации посевных полей, увеличены площади масличных и кормовых на 268,6 тысяч гектара и 421 тысячу гектара соответственно. Чуть-чуть убрали, убирает горох, чечевицу убирает, ячмень, где подходил, убирает, но влажность очень большая, поэтому сейчас вся работа приостановлена. Погода восстановится, 100% готовность имеется во всех категориях. Всего в уборке текущего года задействовано 8,9 тысяч зерноуборочных комбайнов, 2,6 тысяч жаток и порядка 5 тысяч грузовых автомобилей. Примут урожай 65 элеваторов с общей вместимостью 4,3 миллиона тонн. Кроме этого, сельхозпроизводители располагают зернохранилищами на 2,8 миллиона тонн. Правительством оказывается помощь по выделению удешевленного дизельного топлива в пределах 83-4 тысяч тонн. В данное время, значит, договор заключен, 51 тысяч тонн уже договор заключен, 41 тысяч уже оплаченный, 25 тысяч тонн уже имеется у операторов. У нас в этом году 14 операторов имеется. В данное время, значит, более 10 тысяч тонн уже сельхозтоваропроизводителям дизельное топливо доставлено. Чтобы контролировать и оказывать помощь, в том числе и в районах, во время уборки создан областной оперативный штаб. При нем действует координационный совет, который по окончанию аграрного сезона проведет оценку результата проделанной работы и определит лучших работников предприятий. ТО «Максимовская» также начала производить уборку урожая. У нас за этот год, за текущий год выпало около 600 миллиметров осадков. Это практически две годовых нормы. И поэтому здесь по этому году возникли особенности и по технологии, и по подходу к ведению хозяйства, и конкретно в растениеводстве. Поэтому просто необходимо было сориентироваться правильно, правильно подобрать технологию, правильно подобрать культуры, те, которые лучше бы в этом году было выращивать. Что касается нашего хозяйства, из запланированной площади мы не смогли засеять всего 600 гектар. Вынуждены были оставлены под поры, потому что уже из-за большого обилия осадков техника просто не могла работать. Но считаю, что год сложный в плане того, что сложная была посевная, но год интересный, как и все предыдущие года, интересный как для специалиста, для агронома. Это новый опыт, новые подходы, новые решения. Третий год хозяйство взяло направление на плодосмену и севооборот. Это позволяет товариществу получить полную отдачу от гектаров земли. В следующем году ТО «Максимовская» намеревается сеять 50% зерновых и 50% технических культур. Как отметил директор товарищества, состояние посевов достаточно хорошее. Техника вот, зерноуборочная, класс, комбайны. Тоже, убирают зерновые культуры, масличные культуры. И «Джон Дир» тоже зерноуборочная техника комбайнов. У нас их 6. Наличие. Наша бригада, получается, все выходят на уборку зерновых культур и масличных культур. Масличные культуры в данный момент в ТО «Максимовском» уже начали убирать. У нас около 2000 масличных культур и зерновых, получается, где-то около 15 лет. Третий год мы у себя используем уборку зерновых очесом, что позволяет нам, то есть здесь и плюсы, и минусы этой технологии уборки зерновых. Во-первых, мы можем максимально накапливать влагу за счет этой технологии уборки. Во-вторых, эта скорость уборки возросла практически на 50%. То есть мы на половину времени сократили время уборки. Соответственно, зарплата механизатора повысилась, то есть это дополнительный стимул. И это новая технология, которая как раз-таки энергосберегающая технология. И в плодосменном севообороте я считаю, что она у нас приемлема. Стоит отметить, что для сельчан села Максимовка хлеб на прилавках продается за 40 тенге. Ежегодно товарищество улучшает свою работу по уборке урожая, прибегая к эффективным методам.